Наша землячка, 29-летняя красавица Алена Гаврилова, снова сорвала джекпот. Обладательница титула «Мисс Мордовия 2004» модель Гаврилова стала избранницей популярного азербайджанского певца и бизнесмена Эмина Агаларова, сообщает Татлер. Впервые пара появилась на публике на благотворительном балу. Ранее Алена считалась гражданской женой владельца русского стандарта Рустам Тарико и даже родила от него сына. Он заметил стройную блондинку на конкурсе «Мисс России». Гаврилова сделала ставку не на туманное модельное будущее, а на обеспеченное настоящее. Прямо с подиума шагнула в объятия миллионера. Агаларов тоже парень с прошлым. Его бывшая жена Лейла Алиева – дочь президента Азербайджана. А сам он не только певец, но и вице-президент группы компании «Крокус Групп». Так что модель может не менять своего образа жизни и по-прежнему летать частным бортом. Мы, конечно, знаем, что сейчас Гаврилова выглядит несколько иначе, но зато только в распоряжении нашей телекомпании есть эти милые архивные кадры 12-летней давности, где будущую персону светских хроник коронуют на «Мисс Мордовия 2004».